даже уже маргинальных детских лагерей, которые действовали под руководством боевиков Азова. Помните, мы о них рассказывали? А действовали они на территории Украины с 2014 года. Сейчас детей хотят поголовно милитаризировать и сделать из них отпетых нацистов, накачанных бандеровской идеологией и ненавистью ко всему русскому. Да, тот самый Гитлер-Югент, теперь нео-Гитлер-Югент. Затем их просто прогонят через фронт, чтобы они закрепили выученный материал. Кто вернется, ну, об этом никто не думает. Собственно, это подтверждается и самим Зеленским. Он заявил 21 апреля, что, и опять же прямая цитата, «молодежь по Зеленскому должна участвовать в боевых действиях, потому что она лучше разбирается в современных технологиях». Конец цитаты. После таких слов на Украине вновь заговорили о необходимости понижения мобилизационного возраста с 25 теперь уже до 20 лет. Киевский режим не беспокоит, что на Украине могут, в принципе, исчезнуть несколько поколений молодых людей. Их не то, что не беспокоит, у них такой заказ. Заказ, хорошо оплаченный по уничтожению населения Украины.